Ух ты, как много! Неужели это хейтеры? Как мы знаем, только у тегенератов делают рейды на серверах. Вы прекрасно знаете, кто это делает. Ну, конечно. Это самый лучший сервер, самые умные люди там. Просто ужасно. Вам все видно? Поближе надо. Надо поближе. Поставить вот так. Поближе. Поближе. Да ладно. Вам все видно? А теперь точно видно. Красная и белые буквы. Красные и белые буквы. И кто скопировал? Мне интересно. Конечно, умные люди скопировали. У них там логиков нету. Давайте вернемся N5. Там админы вообще охуели. А игроки портят игру игрокам таким. Ну это нормально. Там кидают пробы, а потом кидают в них людей. А потом говорит, это скилл. Или здесь пак используют. Здесь взрывчатка. Ладно. А давай то еще великое зомби русского хит. Говорим. Говорим. Там котик самый ленивый, самый-самый. Через полгода он делает обнову. Прямо очень долго. А другой админ, у него ник Витязь. Любит обманывать людей. Ну, постоянно обманывать. Прямо-прямо, постоянно. Ну, там, игроки постоянно фармится. А потом опять база данных нету. И опять потом надо качать, качать. Опять базы данных нету. Надо опять скачать, качать, качать. Там монеты. Просто интересно. N5. Великая зомби Русь. И русский мод зомби. Все это в Карис моде. Карис моде. А есть еще другие игры получше. И никто не играет там. Почему-то. Они там просто страдают херною в Карисе моде.
все закончил. Такой короткий, не быстрый. Быстрый. Mm-hmm.